11 молодых людей претендовали на звание лучшего госслужащего в конкурсе «ЖАЗ Дарын». Финал прошел во Дворце культуры Горняков. Кто стал победителем, увидела наш корреспондент. Жанболат Нариманов с детства мечтал служить народу. В 2013 году устроился в Нуринский районный акимат. Сегодня, взяв гран-при конкурса «ЖАЗ Дарын», стал на одну ступеньку ближе к своей мечте. Я искренне рад, что прошли такие мероприятия, то, что мы могли показать себя. С другой стороны, точнее, с творческой стороны, и знаний свои, точнее, знания законодательства Республики Казахстан при всех показали. Среди государственных служащих Карагандинской области 25% составляют молодые люди. В честь 20-летия Конституции Республики Казахстан в нашем регионе впервые проводят конкурс «ЖАЗ Дарын». Из многочисленных заявок было выбрано 11 человек. Они состязались в 4 этапах – приветствие, оратор или демагог, интеллектуал и творческом задании «Удиви меня». Главная цель его – это стимулирование служащих, служителей народа на достижение высоких результатов в своей профессиональной деятельности, стимулирование также молодых госслужащих на совершение и раскрытие своих талантов в профессиональной деятельности. Также в ходе мероприятия были подведены итоги конкурса среди средств массовой информации «Лучшее антикоррупционное освещение». Победителем в номинации «Лучший новостной сюжет» стала корреспондент 5 канала Алина Акбаева. Айгерим Бухтаева, Диас Нурмуханов, Владимир Иванюк, 5 канал.